завтрак готов, Тро-Тро. Пора вставать, Тро-Тро. В кроватке так хорошо. Сегодня я не встану. Завтрак готов, Тро-Тро. Играть можно и в кровати. Ух ты! Например, в путешественника. Я в таинственной пещере. Тро-Тро, твой завтрак остынет. О! О, это купол. Я в цирке, а выступать будет Тедди. Какой опасный трюк! Двойное сальто! Эй, браво, Тедди! Давай еще раз. Ва, молодец, Тедди! Да! Сколько мне ждать, Тро-Тро? Я на плоту. Плыву по большой реке. Тро-Тро, я иду поднимать тебя. Все в воду! Я плыву вперед! Тро-Тро! Тро-Тро, такой лентяй! Играть в кровати весело, а на улице еще веселее. Вот. Доброе утро, мистер почтальон. У меня посылка для Тро-Тро. Посылка для меня. Скорей, дай мне, мама. Это от бабушки. Интересно, что там. О, мама, это змей. Я всегда хотел такой. Бабушка очень умная, она догадалась. Давай, мой змей, пора летать. Ну вот, что ты не летаешь? Папа, воздушный змей не летает. А ты пробовал поймать ветер? А, чтобы змей летал, нужен ветер? Конечно, да. Пойдем, я тебе покажу. Давай, беги, Тро-Тро, беги. Тяни веревку. А, вот да, так. Мой змей летит. Если ты потянешь, он будет двигаться. А если увидишь, что он падает, нужно побежать, чтобы он летел дальше. Скорее беги! Не отпускай веревку! Сюда и сюда! Ой, красивый змей, Тро-Тро! Да, очень. Мне прислала его бабушка. Ой! 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 Ничего страшного. На, Лили, беги против ветра. А когда я скажу, отпускай.
Беги, Лили! Отпускай! Он слишком высоко. Позову папу. Скорей, скорей. О? О. Ура! Ура! Спасибо, папа. Поможешь запустить его? Ветер стих, Тро-Тро. Лучше иди поиграй с Лили дома. Да, сейчас я позову Тро-Тро. Тро-Тро, тебе звонит бабушка. Алло, бабушка, спасибо за змея, он замечательный. Только уж в следующий раз пришли к нему чуть-чуть ветра. Знаешь, Тедди, сегодня мы будем готовить. Я сварю суп для Тедди, Тро-Тро, папы и мамы. А для этого мне нужны овощи. Чтобы суп был вкусным, нужна картошка. Камушки совсем как вкусная картошка. Картошка объедения. Еще нужно немножко лука. О, придумал. Надо добавить чуть-чуть сыра. Перемешиваем. О, не хватает соли. Остановка называется суп. Спасибо, грузовичок. Чего-то тут не хватает. Воды! Будь осторожен, Тро-Тро, как бы не пролить. Перемешиваю. Вот и все, готово. Ну вот, пора звать папу, маму и Тедди попробовать мой суп. Папа, мама, попробуйте. На, папа, суп очень вкусный. Пальчики оближешь, Тро-Тро. Мама, теперь твоя очередь. Ой, нет, мой суп. Ой, как жалко. Что ты наделала, мама? За это я приготовлю твой любимый суп на обед. Хорошо, что осталось немного супа для Тедди. Смотри, как она плавает. Да, она отличный пловец. Она плавает, как утка в воде. О, у меня идея. Надо сделать дождь. Сделать дождь, но как? Из шланга.
Смотри, Лили, я тоже плаваю, как утка. Уже иду. И я тоже. Совсем как рыба в воде. Моя золотая рыбка, может, она поплавает с нами? Твоя рыбка такая славная. Это Марис, он отличный пловец. Плыви, золотая рыбка! Давай, Марис, вылезай к нам! Смотри, какой он быстрый! О! Куда он делся? Кажется, за тобой. Да, вот он! Ой, нет, он уже рядом с тобой, Тро-тро! А теперь? А где-то за тобой. Нет, я не вижу. Он исчез. Как странно. Тро-тро, Лили, пить чай. Пойдем чай пить. А как же море, золотая рыбка? Может, он сидит под уткой? Ха, ты видела? Он еще и летает. Это летучая рыба. Но знаешь что, Тро-тро? В аквариуме ему лучше. Да, это же его домик. Что вы ищете? Я нашла красивый шарик. Может, тут есть еще? Шарик, о, подари мне. Нет, он мой, я его нашла. О, хочешь, я тебе что-нибудь дам взамен из этой коробочки? О, я тоже принесу. Только сначала покажи, что у тебя в ней, Тро-тро. Вот перо, которое я нашел. Какое яркое. Это конь. А вот ракушка. Я нашел ее, когда был на море. А еще у меня есть 3 желудя. Мой свисток. Это чтобы ставить свечку. А вот мыло с запахом цветов. Вкусно пахнет. Подари мне, Тро-тро. Мне так нравится запах. Нет, отдай мне, Зои, мое. Ну вот, Лили, меняю шарик на 3 желудя. Нет, желуди мне не нравятся. Нет, я хочу твой подсвечник. Подсвечник? За какой-то шарик? Это же нечестно. Подожди, я принесу еще что-нибудь. Что? Хочешь поменять свое мыло на что-нибудь? А, Тро-тро? Что у нас тут? Вот. О. Могу дать тебе это. Это? Ну что это? Это для волос. Но можно носить просто так. Тро-тро, тебе очень идет. А, ты считаешь? Угу. Ну ладно, Зои, забирай. Ура! Чудесненькое мыло. Смотри, что у меня есть, Тро-тро. Очень красивый брелок с синим кроликом, щеточка и зеркало с украшениями. О! Меняю свое зеркальце на твою лягушку. Нет, Зои, этот подсвечник мой. Я первая его просила. Ой, хватит, вы же ее сломаете. Это правда, Зои, Лили первая. Вот, я дам тебе шарик и это. О, желтая машинка. А хочешь, я дам тебе зеркальце за ракушку?
Согласен, Тру-Тру? Да. Ладно, Зои. Меняться вещами весело. Помоги мне, Лили. Пойдем, Тро-Тро. Лучше постелить там, под деревом. Я нашел шоколадку. А я хлеб. Хлеб с шоколадом очень вкусно. Нет, он тает. Ничего, шоколад всегда тает в жару. Очень вкусно, даже растаявший. Только очень липко. Вот, возьми, помой руки, Тро-Тро. Что-то я не наелся. А ты, Лили? У меня есть пирожки. Ой, вкуснота. О, пчела! Не двигайся, Лили. Не бойся. Пчелы любят пирожки больше, чем девочек. Ой, спасибо, Тру-Тру. Ты меня спас. Хочу пить. У меня всего одна чашка. Зато соломинки-то две. Пикник на траве, это так весело. Ну вот, дождь пошел, все пропало. Мы сейчас промокнем. Скорее прячься под скатерть, Лили. Хотите пирожков? Спасибо, мама. Пить чай дома тоже весело. Тебя, Тру-Тру. Ну давай, Тру-Тру. Бабушка давно просит твою фотографию. Ну ладно. И смотри, не крутись. Не шевелись, Тру-Тру. О, нет, Тру-Тру. Посиди. Давай-ка еще разок. Ты можешь не двигаться, Тру-Тру? И вот так. Назад и вперед. О, наконец-то. Ну-ка, улыбнись.
Не смешно, Тро-Тро. Я больше не буду. Так, 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 прекрасно. Какой ты красивый, мой Тро-Тро. Стой! Опять ты все испортил. Мама, у меня идея. Этот колпак мне подарила бабушка, и я в нем сфотографируюсь. Она обрадуется. Ладно, не двигайся. Добрый вечер. Папа! Посмотрим фотографии, Тро-Тро. О, какой я смешной. Никуда не годится, придется все сначала. Тебя нигде не видно целиком, для бабушки они не подходят. Подожди, я придумал! Вот и все. Немножечко скотча. Смотри, видишь, я целый. Это хорошая идея, Тро-Тро. Спасибо, это будет пазл, Тро-Тро. Я маленький монстр. Я самый сильный из монстров. Идея. Вот и все. Самый лучший замок. Я маленький монстр. Ты сломал мой замок. Ты гадкий. Ну, конечно. Я же самый гадкий из монстров. Это я самый гадкий из монстров. А я знаю, что гадкому монстру не достанется пирожков, потому что его мамы больше нет яиц. Монстры не едят пирожков. Это? Это я, маленький монстр. А что, если я поймаю монстра? Быть маленьким монстром здорово. Все меня боятся. Так-так, кого бы еще напугать? Ой, паук, на помощь! Мама, мама, спаси меня! Что случилось? Кто тебя напугал? Там, в саду, огромный паук! Огромный! О, малыш Тро-Тро, тут нечего бояться. Маленькие паучки не едят маленьких монстров. Наверное, да. Но я больше не хочу быть монстром. Теперь я могу есть пирожки.
И принц поцеловал принцессу. Вот и сказки конец, Тру-Тру. Теперь тебе пора спать. Посиди со мной чуть-чуть, папа, пожалуйста. Что случилось, Тру-Тру? Тебе не нравится в кроватке? Нет, мне не нравится быть одному. Ты не один. Тедди же спит с тобой. Но мне страшно. И Тедди не поможет. Горячие ноги, а папа вечно храпит, но все равно здесь лучше. О нет, Тру-Тру пришел. И он занял всю кровать. О нет, он опять здесь. Так мы не выспимся. Тру-Тру уже большой и должен спать в своей кроватке. Папа, мама, где вы? Как же мы хорошо выспались. Ну-ка, уходите отсюда. И они жили долго и счастливо. Это конец сказки, Тру-Тру. Тебе пора засыпать. Так чего же ты ждешь? Ты что, опять хочешь в мою кроватку? Добрых снов, Тру-Тру. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Портфель. Раз, два, три, четыре, пять. Лили, Зои, смотрите, у меня новый портфель, как у взрослых. Ух ты, какой красивый. Хочешь поиграть с нами? У нас соревнования по прыжкам. У Лили 8 очков, а у меня 6. Ты проиграл, Тру-Тру. Это все из-за портфеля. Пойдемте играть в песочницу. Это будет холмик? А это замок. Ой. Тру-Тру, передай звездочку, мы украсим замок. О, Тру-Тру! Я не нарочно. Это все из-за твоего портфеля. Ничего страшного. Пойдемте на горку. О. Тру-Тру, ты ползешь как улитка. Это все из-за портфеля. У него на спине домик. А теперь ты черепашка.
Эй, помогите мне встать. Это все из-за портфеля. Да, Тро-Тро, ты бы снял его. Нет, я не хочу его снимать. Зои, можно сесть рядом с тобой? О, нет, Тро-Тро, с портфелем ты не поместишься. О-о-о. Поиграем в салки. Ты водишь? Мы здесь, Тро-Тро, мы здесь, Тро-Тро. Не поймаешь. Мой портфель хороший, но с ним не поиграешь. Берегитесь, сейчас я вас поймаю.